я думаю, игра сегодня не могла не понравиться с обилием голевых моментов, что у нас ворот, что у чужих. И счет, все равно, и счет 1-0, то есть голов мало забили. И соперник мог отличиться, и мы могли отличиться больше, чем один раз. На мой взгляд, интересная игра. Благодарен ребятам своим, потому что достойно играли на уровне лидера зоны. Хорошие проводили атаки. То есть могу их только поздравить за это. То, что я сейчас и сделал. Спасибо. Вопрос имеется? Ваш Буркин всегда так феерит? Это для него обычный уровень игры? Или он сегодня особенно удачный день у него был? Частенько так делает. Повезло вам, да, хорошо. Еще, господа. Все? Если считать, что команда была собрана практически накануне старта, больше половины игроков пришли прямо перед началом чемпионата. Как вы считаете, команда улучшает свое качество игры от матча к матчу? Ну, безусловно. Все равно взаимодействие они приходят со временем, и мы видим, что они становятся лучше. От этого момента, который появляется, единственная реализация еще, к сожалению, подводит нас. А так хорошо выходим в атаку, неплохой прессинг устраиваем моментами, опять же. Но еще очень много брака в простых ситуациях, которые не должно быть по тем мячам. Но они еще есть. От, именно вот от некоторых футболистов, ну, я думаю, мы добьемся того, чтобы они играли более надежно, эффективно. Но все равно небо и земля. Первый матч в чемпионате, и вот сейчас, да? Нет, ну, прогресс есть. Безусловно, я думаю, что мы стараемся, поэтому и ребята стараются. Это самое главное на тренировке. У них есть желание прогрессировать, это самое главное. А наше дело им подсказать, да, помочь. Еще вопросы? Все? Спасибо. Удачи вам.